нее напали чудища. Этого еще не хватало. Надо уходить. Можешь слезать! Привет, малявка. Ты потерялась? Так, немножко. Ты тоже? Я никогда не теряюсь. Ну да, конечно. А что ты делаешь одна посреди леса? Ищу потерявшихся девочек. Что с тобой случилось? А, ты про это? Пустяк. Скажи лучше, где ты живешь? В Залипье. Там бы тебе все раны залечили. Хм. Неплохая мысль. Тогда пойдем, я тебя отведу. И объясню твоим родителям, что нехорошо терять детей в лесу. Мы не сможем. Тут волчий король и его стая. У волков нет королей. У этих есть. Ты сама видела? Да, то есть нет, то есть из-за деревьев. Он был вот такой огроменный. И глаза у него во, и зубы большущие. И весь он был ужасно, ужасно страшенный. Видишь, что у меня на спине? Этого и волки боятся, и короли. Пойди-ка сюда, я тебя подсажу. Можно выходить. Ну ты храбрая. Даже мой дядька так не умеет. А мой? Мой умеет гораздо больше. Пойдем. О, здорово их подрали. Наверное, у этой твари здоровенные когти. Подожди тут. Не подходи. Но... Никаких но. Останься здесь, я кое-что гляну. Хм.
Белки красные, все еще влажные. Умер недавно. Рот раскрыт. Губы перекошены. Но язык прокушен. Перед смертью ему, наверное, было очень больно. Раздавленная грудь. Ребра пробили легкое. Что-то его подбросило и ударило об дерево. Нога оторвана. Или скорее кто-то ее отгрыз. Фу! Жуть какая! Стой там и не подглядывай. Костный мозг высосан. Интересно. Посмотрим. Печени нет. Сожрали. Зачем ты копаешься у него в животе? Посмотри лучше, у тебя шнурки завязаны. Похоже, малявка не выдумала этого волчьего короля. Это волколак. Что с ним случилось? Упал он. Случайно. Ну да, конечно. Это волчий король его подрал. Из каких это пор дети стали такими умными? А что мы будем делать, если он и на нас нападет? Хороший вопрос. У меня нет серебра, но я могу приготовить масло. Масло? Подсолнечное? Нет, особое. Из собачьего сала, борца, собачьей петрушки и волчьей печени. От него волчьему королю будет очень-очень больно. Какая ты умная. Откуда ты знаешь такие штуки? Тебя тятенька научил? Нет, не тятенька. Дяденька. Дядюшка Весемир. Отлично, все есть. Осталось найти место, где можно развести огонь и спокойно приготовить масло. Ты что делаешь? Масло для меча. Посмотрим, как действуют рецепты дядюшки Весемира. Можешь выходить. Как ты? Свинья? В таком месте? Значит, где-то рядом есть люди. И часто родители детей на сладкую тропинку посылают? Брюхо все разодрано. Когти очень мощные, волки бы так не смогли. Веди.
тут немножко темно. Боишься? А ты? Нет. Ну и я нет. Волчий король, теперь ты мне веришь? Верю! Прячься! Ты даешь. В жизни такого не видал. Малявка, вылезай. У тебя бинты дома есть? И что-нибудь от заражения? Он меня поцарапал. Меня-то нет. А вот хозяин мой... Человек серьезный. Он-то точно поможет. Может, даже награду какую даст за убой волколака-то. Ну ладно, веди к своему хозяину. Кого вы мне притащили, а? Это не моя дочь. А вторая? Ни та, ни другая. Дочь-то я узнаю? Та, что постарше, может, и не ваша. Но шибко похожа. Так как? Будет награда? Я тебе, сука, покажу награду. А ну, упёртывай отсюда, пока я пса не спустил! Ну, вкусный гуляш? Очень. Спасибо большое. Я не ела уже. Да я вижу. Рад, что нравится. Как подкрепишься, ванна для тебя готова. А потом и поспать недурно, а? Грядка за печкой, а тебе я велю приготовить гостевую комнату напротив кухни. Спасибо. Я... Тихо, тихо. Ты ешь спокойно. Мы еще поболтаем, когда отдохнешь.